сыграли, выиграли 2-0. Эпизоды с забитыми голами, как пенальти заработали? Первый пенальти был назначен правильно, потому что на моем партнере сфалили, я забил. Второй заработал я, на мне тоже сфалили. Из-за чего Кирилла удалили? Кирилла удалили из-за того, что он был агрессивен, хотел больше мячей забить, поэтому его удалили. Две победы подряд, за счет чего удалось их одержать? За счет того, что мы были организованы, играли в пас, комбинировали некоторые атаки, которые закончились провалом. Как тебе поддержка на трибуну? Отличная поддержка. Какие кричалки запомнились? Очень молодец. Другие кричалки. При фанатах как играется? При фанатах играется отлично. Что чувствуете? Уверенность. Если не было фанатов, по-другому вы игры складываете? Скорее всего, да. То, что без болельщиков силы не продаются, болельщиками силы придаются, дают уверенность. Как следующую игру сыграете? Надо выигрывать. Выигрываем. Следишь за турнирным положением, кто на каких местах из соперников? Если честно, то нет. С кем тебе интересно будет сыграть, с какой командой? Мне будет интересно сыграть с командой ШМ, Красногвардеец и другими командами. За всеми командами интересно играть. Какую цель на сезон поставил? Первое место и больше голов. Сколько хочешь забить?